В здоровом теле здоровый дух. Эту аксиому вместе с точными науками стараются прививать детям со школьной скамьи. В преддверии международного форума в школах республики проходят самые разные спортивные мероприятия. Чебоксарская гимназия номер 1 встречала сегодня особенного гостя. В то время как сверстники дергали девочек за косички и играли в казаков-разбойников, Леша усиленно занимался в зале. Не жалея себя, изо дня в день учил сложные акробатические элементы под руководством тренера. Успех не заставил себя ждать. Серебряный призер чемпионата России и Европы. Чемпион мира по спортивной аэробике. Мастер спорта России. Вот неполный список званий, которых удостоен 20-летний Алексей Германов. Безусловно, спорт очень важен. Люди должны жить спортом. Тренироваться, как и профессионально, так и для себя, чтобы развивать здоровье свое, свое тело, в общем-то, даже мозг в какой-то степени. О том, как правильно развивать мозг, гимназисты знают не понаслышке. Помимо учебы, воспитанники гимназии принимают активное участие в спортивной жизни республики. К примеру, никогда не пропускают кросс нации и лыжню России. Сегодня в гимназии еще одно спортивное событие – соревнования по пионерболу среди 6-7 классов. Люди должны заниматься спортом, ведь это очень важно. Благодаря ему у нас будет крепкое здоровье. Я занимаюсь танцами, и занималась волейболом. Мне это очень нравится. Я советую всем заниматься спортом. Это очень хорошо, что проводят такие спортивные мероприятия. Я занимаюсь секцией волейболом. Наша школа заняла в прошлом году 1-е место среди Чувашской республики. Спортивный день принес гимназистам большое удовольствие. А когда он проходит еще и вместе с чемпионом мира, что может быть лучшим? Чтобы все ваши цели, задачи, которые вы перед собой ставите, исполнялись, для этого нужен непосильный вклад, естественно, воля. И идите только всегда вперед по жизни. Все у вас получится обязательно. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика.